Всем привет, Монах Синема с вами. Решил доработать освещение салона. Оно фактически как бы есть, видите, ну, один фонарь, второй фонарь горит. Вот. Но когда я открываю вот этот вот органайзер багажника, вот, то получается, что свет сюда в ночное время не поступает вообще никаким образом. Вот. И поэтому я решил вот здесь вот сделать освещение, чтобы оно било в эту сторону. Вот я уже снял одну накладку. Где-то вот в этой области будет стоять, вот в этой области где-то будет стоять фонарик. Фонарики я выбираю вот такие вот. Вот два у меня пойдут на прицеп, а два у меня пойдут вот сюда. И таким образом они будут подсвечивать. Ту-ту-ту-ту. Таким вот макаром. С двух сторон. Сейчас мы разберем вот тут вот кусок крыши. И нам нужно вот до этого флакона долезть. И все. Короче, открутил я ручку. Отодвинул потолок. Вытащил фонарь. Вот провел красный-черный провод. Это будет идти на две стороны. Вон один конец красный-черный торчит, вон второй конец красный-черный торчит. Так, дальше. Кстати, подписывайтесь на мой канал. Вот. Дальше тут мы все это дело разобрали и прикрутили вот таким вот макаром на два саморезика. Вывели проводочки. Сейчас мы эти проводочки сюда соединим и сделаем точно такой же с этой стороны. Ну и посмотрим, как это светить все будет. Ну вообще как-то тухленько светит на самом деле, еле-еле. Я ожидал, что будет получше. Вот. Ну, смотрим дальше, что получится у нас. При закрытой двери, блин, ничего себе. Закрытые двери. Вот здесь вот есть раз, два, три полоски. Вот нужно соединить со средней. Пардоньте. Отлетело. Вот нужно соединить со средней. Она светится. И с крайней она светится. А другая, которая не светится, ей не нужно соединять. Вот так вот. Сейчас мы это все дело прикрутим. И я вам покажу, как это все работает. Итак, предварительно, открывая дверь, происходит вот что. Чик. Сейчас мы потолок поставим на место, поставим на место обшивку. И еще раз посмотрим, как получилось. А еще вот здесь вот на ручке интересная есть тонкость. Видите, я тут их погнул, но они еще не совсем отлетели. А вот на обратной части мы можем наблюдать, что ручка, прежде чем сняться, должна сдвинуться в левую или в правую сторону. Причем она что сверху, что снизу имеет вот такие вот пазы. Поэтому, когда будете снимать ручку, не забудьте вот про эти пазики. Видите? Ну, сейчас светло. Дождемся, когда стемнеет. И посмотрим, как она освещает. А, еще надо вот это поправить. Сейчас поправим. Вот, сейчас прилично стемнело, как бы на улице. Вот. Зажглись везде фонари, свет там. Люди повключали в домах. И вот показываю, как у меня в багажничке горит. Оп, открываем. Хоп.
Блин, ну теперь вот так вот, короче, видно. Понимаете? И когда открываешь нижнюю часть, хоп, тоже все видно. А то здесь просто потемки были. Ничего не видно было. Все. Круто. Теперь мне кажется, там передние сиденья слишком темные. Надо там что-то порешать. Ну, порешаем как-нибудь. Потому что когда ночью открываешь дверь, то видите, да? Там прям, ну, все четко просматривается. Что к чему. Середина тоже. А вот спереди как-то, ну, блин, не хватает немножко света. Сейчас она сама потухнет. Вот. А хотелось бы, когда открываешь дверь, хоп, видишь, там сзади, ну, светло. А вот тут как-то спереди не очень. Я вот думаю, куда же фонарики-то воткнуть? Или сюда, что ли, по центру один какой-нибудь вклячить. В принципе, у меня там был. Вот. Ну, не знаю, блин, посоветуйте. Что-то прям заблуждаюсь. Я не могу понять, как лучше сделать. Надеюсь на вашу помощь. А? Итак, после того, как мы там сзади установили фонарики, и багажник стал более... лучше освещен, встал вопрос, как сделать так, чтобы перед еще хорошо освещался. И вот остались два фонарика. И вот теперь у меня дилемма. Может быть, вы подскажете, куда их установить. Вот я планировал, как в классике, поставить их. Ну, то есть, чтобы они как-то вот тут вот, что ли, стояли. Вот. Либо, блин, не знаю, здесь, что ли. Либо... вот тут вот, так чтобы подсвечивали. Ой. Просто пока не знаю даже, куда их вклячить и каким макаром. Ну, здесь в лицо вообще будет бить. Вот. Я так думаю, что, наверное, все-таки самый оптимальный вариант — это их где-то вот тут вот вешать. Каким-то вот таким макаром. Короче, если у кого-то есть какие-то идеи по поводу того, где их и как пришлёпу, рад буду почитать. Пишите. А то, блин, я уже всю голову сломал. Что сделать, как сделать. Блин, даже не знаю, куда их приложить. То-то-то-то-то. Все, короче, жду ваших советов. Куда их приделать? И как их приделать?